На Дубасарской ГЭС держат связь с украинскими энергетиками. Сейчас на Днестре спокойно, сброс воды небольшой. Изменений в работе обеих станций, нашей Дубасарской и украинской Новоднестровской, нет. Они работают в штатном режиме, мы тоже. Сброс небольшой, в пределах от 150 до 200 кубов в секунду. Электроэнергия поступает стабильно. Пока на данный момент ничего не предвещает того, что она прекратится, потому что электроэнергии хватает на эту систему. То есть вырабатываем электроэнергию электростанциями, хватает на то, что потребляют потребители. Или физические, или юридические лица. На прямую связь с украинскими энергетиками Дубасарская ГЭС выходит в случае большого сброса воды во время паводков или при нештатных ситуациях. К ним на станции стараются готовиться. Сейчас ГЭС в Дубасарах предприняла дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильную поставку электричества. Сейчас работает один блок. Один блок мы работаем, запустили на собственные нужды. То есть, если что-то произойдет, то мы останемся собственными нуждами и потом сможем отсюда начинать уже восстанавливать электроснабжение Приднестровья и дальше соединяться в одну единую энергосистему. Сильного весеннего паводка в этом году, скорее всего, не будет, рассказал Борис Герман. В Карпатах выпало мало снега. Заметно подняться уровень Днестра может только в случае обильных дождей.